Ну, я уже говорил на эту тему, что меньше стало детско-юношеского кино, потому что кино стало более конъюнктурным у нас. У нас все пытаются заработать на кино. Понятно, что на детско-юношеском ты много не заработаешь. Абсолютно понятно. Поэтому его стали меньше снимать. Вот и все. Все понятно. Для этого, опять же, государство. Давайте дотации, давайте какие-то льготы, давайте все что угодно, чтобы этого кино было действительно больше. Понимаете, раньше там Одесская киностудия, Горького, там все снимали сколько фильмов для детей и молодежи. Уйма. А сейчас только такое кино, которое может в основном принести деньги. Понимаете, сейчас уже фестивальное кино не так много снимают. Снимают фестивальное кино только тогда, когда у тебя реально нету денег. Когда ты снимаешь фестивальное кино, ну хорошо, хотя бы на фестивале засветиться, хотя бы сделать себе имя какое-то, вот и все. А раньше снимали из принципа. Да и, кстати говоря, в Голливуде, я вам скажу, каждый талантливый, великий, гениальный режиссер, он обязательно в его копилке должно быть не просто кино, которое сделало кассу, блокбастер какой-то, а обязательно какое-то фестивальное кино. Обязательно. Каждый режиссер к этому стремится, он ищет какие-то темы, он делает... У нас чуть меньше степени.